form, here we go. All right. Come on. Take the old way home. I said one and a two. I said three and a four. I said all you got down on the floor. All right. Oh yeah. All right. Всем привет! Сегодня выжмем по максимуму полезности из этого поршня. Для начала надо открутить бугель от самого шатуна. Убираю маслосъемные кольца, здесь они ни к чему. Ковыриваю с помощью отвертки, не обращая внимания на целостность колец. Со стороны, куда наклоняется шатун, отмечаем линии реза. Зажимая в тиски и с помощью УШМ-ки удаляю этот фрагмент дюрали. Доламываю ручищей и дорабатываю напильником. В основании сверлю два отверстия с помощью своей старой дрели. Ну что ж, наш поршень потихоньку превращается в то изделие, которое будет офигенно как полезным. Так, сделали два отверстия с торца, пропилили поршень с этой стороны, с одной, со второй не надо. Открутили верхушку, ну и в принципе с ним пока все. Нашел какой-то штырь с резьбой М8. Его надо приварить таким образом. Впила себе полуавтомат. Сейчас первый раз им работаю. Остатки шпильки отпиливаю и зачищаю. Поработаю немного на своем новом распиловочном столе. Нашел подложку от посылки. Она послужит основанием моей самоделки. Равняю края. Ставлю поршень на основание и намечаю отверстие. С другой стороны усиливаю основание с помощью мелких обрезков фанерки. В процессе изготовления самоделки возникли некие нюансы, которые сначала я говорил, что не нужно заднюю часть убирать, теперь я уверен, что ее надо просто отхерачить и, ну, не глубоко, в общем, как получится, сейчас отрежу так, как получится. Отрезал, получилось так. С старого багажника отпилил петлю и с помощью сварки приварил к шатуну. Зачистил. В итоге получилось так. С другой стороны с помощью уголка закрепляю возвратную пружину. На тот болт, который приваривал к шатуну, прикручиваю сантехнический хомут и сверху на свое место наживуливаю УШМ. На верхнюю часть хомута, так как штатная резинка была утеряна, наматываю изоленты для лучшего прижима. Перпендикулярно основанию намечаю линию для установки опорной планки. Вымеряю ровно 90 градусов, чтобы по максимуму исключить погрешность. Прикручиваю на 4 самореза, заранее сделав потай ступенчатым сверлом. Делаю разметку болгаркой, чтобы видеть линию реза.
Ну вот и все, конструкция готова, проверяем. Я знаю, что этого просто миллионы в Ютубе, в интернете, все это уже переделали, но у меня этого нету. Так что я себе сделал. Есть погрешности совсем маленько, но если пилить аккуратно, то их будет по минимуму. В общем, сделал я вот такую вот стоечку для ушемки. Если понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока-пока!